Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу продолжить рубрику «Сделано в Беларуси» и рассказать вам о белорусской косметике Биэлита. В данном видео я затрону тему одной марки, и называется она Living Gel – «Живая клетка». Уже где-то более 2 месяцев я использую только эту косметику для того, чтобы понять, как она работает на моей коже, вообще понять, работает ли она. Немножечко хочу я вам рассказать о том, что заявил производитель, когда выпускал эту серию. Это новая серия в продуктах Биэлита. Он уверяет, что моя кожа будет увлажнена, что это то, что мне надо. Мне это больше всего понравилось, да. Так, значит, то, что эта кожа, это именно серия для возрастного периода. И благодаря вот этому подбору, продуманной градации по этапам применения возрастным категориям, и составленной формуле, включая высокоэффективные ингредиенты от ведущих косметических лабораторий Западной Европы, моя кожа засияет. Значит, так, то, что говорит производитель, ясно все. Средства, значит, серия разделена на 2 блока. Первый блок – это подготовительный уход, и второй – это основной уход. Что же я приобрела? Значит, я приобрела цитогель против мимических морщинок. Я приобрела сыворотку для лица, высокоактивное омолаживающее. Также я приобрела дневной и ночной крем, и молочко для лица, и масочку для лица. В общем, я приобрела вот целую кучу этих продуктов. Поэтому я думаю, что вправе сказать уже и какие-то сделать выводы по поводу этой косметики. Состав косметики меня устраивает. Я хочу сказать, что мне 41 год. И у меня уже кожа такая, знаете, возрастная и склонная к сухости. То есть морщины на моей коже, они присутствуют, так как и пигментные пятна. У меня с детства веснушки, я ничего с ними не делаю, я просто с ними живу, я привыкла, и иногда мне даже это нравится. Так вот, в уходовой косметике я предпочитаю то, чтобы моя кожа напитывалась какими-то продуктами, чтобы моя кожа была увлажнена, чтобы я могла утром встать и увидеть, что со мной все в порядке, независимо от того, как я провела ночь. Но в некоторых фирмах биолитовских, именно вот то, что я использовала, в которых я потом вам попозже расскажу о неудавшихся моих попытках, в некоторых продуктах просто-напросто никакого не было результата. То есть я наносила крем, потому что мне надо было нанести крем. Вот, то есть результата нет, и все. Но вот в этой серии, именно вот в этой живой клетке я вижу результат. Да, мои мимические морщинки от того, что я очень много улыбаюсь, я просто ржу. Я не вижу, что они разглаживаются. То есть если у меня глубокие морщины, ничего уже с ними не сделается. Но я также вижу, что у меня не появляется каких-то новых морщинок. Давайте более подробно я вам расскажу. Косметики этой хватает на месяц. То есть за месяц она уходит. Наверное, может просто много использовать. Сыворотки для лица. Сыворотка для лица. Она омолаживающая. Категории возрастной 35+. Я уже за 40 лет, поэтому я иногда, бывает, беру 45+. Здесь есть экстракт культуры стволовых клеток швейцарского яблока. Трипептид с уникальной последовательностью аминокислот Сункул.
Это состав сыворотки специально разработан для кожи, которая уже подвержена признакам старения. Я хочу сказать, что эта сыворотка, она мне нравится. Мне нравится сама упаковка, дизайн. Здесь есть дозатор. И довольно-таки легко, то есть ее нужно, видите, переместить. Она довольно-таки легко наносится помпой. И вот так вот она хранится. Мне нравится такая упаковка тем, что не надо постоянно открывать крышечки, лазить туда пальцами. Все-таки это на лицо сывороточка. Цитогель против мимических морщин. Здесь, ну, то есть вот этот гель, он тоже, он такой вот гелеобразный, я потом поближе вам покажу. То есть вот этот вот гель для век, когда ты наносишь дозатором себе на кожу для того, чтобы нанести на века, то дозатор выдает очень большое количество этого геля, что не очень экономно. У меня категория возрастной 45+. Я наношу ежедневно, утром и вечером. Применяю я уже где-то около 2 месяцев. Не хочу сказать, что там какие-то мимические морщины у меня там улучшились, исчезли. Нет, я думаю, что эти средства не помогут избавиться от моих мимических морщин. Надо поменьше ржать, что я, конечно, не могу себе позволить. Дневном креме для лица. Он содержит пхитогель текмалус 3%, на 12% уменьшает площадь морщин, на 15% сокращает глубину морщин, на 80% увеличивает жизнеспособность воловых клеток кожи и на 30% снижает ущерб для кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. Состав, конечно же, прекрасен. Здесь витамин Е, и депантенол, и гиалуроновая кислота. Не знаю, конечно, как производитель, тоже все при помощи вот этих помпочек таких, очень дозатор, очень интересный. Не знаю, конечно, сколько производитель наш Биолита туда положил продукта, но ощущения очень приятные. Ощущения от того, что вот наносишь крем, вот крем такой вот, видите, как такой вот приятной очень консистенции, когда ты наносишь, он не оставляет липкости, он полностью впитывается. Аромат просто потрясающий. Я хочу сказать, что ароматы вот этой серии, они нейтральны и при этом они ненавязчивые. Очень. Thank you.
ночной крем для лица, видите, они практически все в одной и той же колбе. Вот, здесь, конечно, на 80% увеличить жизнеспособность стволовых клеток кожи. Также на 12 уменьшает площадь морщин, но здесь содержится масло ши, виноградная косточка, низкомолекулярная гуалуроновая кислота. Я наношу это на ночь, тоже самая такая же помпочка, очень приятный крем, такой же аромат. Для лица. Это молочко очищает кожу и прекрасно удаляет. Уже, наверное, у меня вот третий флакон. Молочко для лица от этой же фирмы, от живой клеточки. Двойное здесь действие очищения кожи и удаления макияжа. Ну, что я хочу сказать по составу. Здесь состав лепестками роз, масла ши, миндаля, а также спантенола. Значит, удаляет излишки кожного жира, пота, роговешка каких-то частичек. Очень приятная консистенция. Удаляет прекрасно стойкий макияж. Удаляет прекрасно полностью косметику, то есть если я, например, после него я провожу тоником и удаленный макияж. Здесь помпочка вот откручивается, закручивается, нажимаешь, и вот такое вот средство, очень такое желеобразное, очень приятное. Аромата практически не чувствуется, то есть раз, и ты закрыл. Мне нравится то, что ты можешь открывать, закрывать, то есть не проникает туда никакого воздуха и... Такая маска антистресс для лица, помощь коже, поврежденной стрессу в городских условиях. Вот это, конечно, меня впечатлило больше всего. Маска. Маску можно использовать практически каждый день. Это как подготовительный уход. Состав прекрасный. И вот если я вам покажу, значит, маска вот при помощи вот такого вот средство, ну, такого вот красноватого, вот такого вот, видите, красноватого такого оттеночка. Ее наносишь таким плотным слоем. То же самое, одушки практически нет. Вот, ей достаточно 10-15 минут, и только область вокруг глаз не наносить. И потом ее можно смыть теплой водой. Вот, или тоником протереть, достаточно. Что я хочу сказать, почему я так улюблю ее? Значит, кожа, когда, особенно зимой, когда я использую косметику, когда я нахожусь в отопительных помещениях,
Она у меня обезвоженная, также склонная к каким-то высыпаниям и становится очень сухой. То вот эта маска, она меня спасает. Иногда бывает, взбиваются поры. Вот эта маска поры мои чистит. Также она предотвращает расширение капилляров, улучшает кровоснабжение. Здесь содержится масло миндаля и виноградной косточки. Экстракт лепестков розы улучшает микроциркуляцию, увлажняет. И вообще розу я люблю. Все экстракты розы я обожаю. Я даже дома держу кубики льда из розы. Ну, из выращенной на даче, конечно, розы. Не покупной розы. И протираю утром лицо. То есть я умываю лицо кусочком льда. А также экстракт цветков апельсина. Они оказывают тонизирующее воздействие на кожу. Маска создает очень такое длительное, комфортное. Косметику фирмы Белита Living Gel. Живая клетка. Я рекомендую вам. Приобретайте, и вы не пожалеете. А с вами была Мария Ивановна. И я благодарю, что вы смотрите мое видео, друзья мои. Лайкайте, если вам понравилось. И пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на моем канале. Я вас всех обожаю, люблю. Всего хорошего, приятных вам новогодних праздников, приятных вам дней. Всего хорошего. И до встречи на моем канале. Пока!